Алексей Редикульцев уже более 10 лет трудится в компании «Титан». Он с легкостью может рассчитать крышу любой сложности по размерам клиента, а также подобрать материалы для строительства и ремонта. Работаю, скажем так, по призванию. Однажды, случайно попав в сферу строительства, на долгие годы остался работать здесь же. Компания «Титан» работает как в Тобольске, так и в близлежащих районах. Залог успеха – крепкий, слаженный коллектив. Здесь работают знатоки своего дела. Обслуживать приходится в день до 100 частных клиентов и десятки организаций. Переходил с одного места на другое, и как бы всю номенклатуру я знал. С этим было проще. Определенные сложности возникают, вот, наверное, все-таки при с покупателями, когда объясняют, все-таки человек до этого работал на складе, и все-таки надо правильно вести диалог. Сегодня торговая компания «Титан» – фирма-партнер российской компании «Металлпрофиль», одного из мировых лидеров в этой сфере. В сезон не менее 40 тонн в неделю отправляется в Тобольск именно партнеру нашему, который поддерживает наши, как раз-таки нашу продукцию, и качество нашей продукции они как раз-таки ретранслируют покупателям. И мы очень рады, что уже на протяжении практически тех же 15 лет мы сотрудничаем с компанией. «Титан» – это не просто торговая компания, это 15 лет внушительного опыта работы. Каждая пятая крыша в Тобольске – титановая. Кроме этого, компания активно участвует в городских праздниках, занимается благотворительностью. Когда компания приносит какую-то прибыль, какую-то часть, хотя бы какую-то небольшую, мы считаем, что мы должны принести в благотворительность. Значит, в этом году мы помогли Тобольскому району в плане того, что мы собрали в школу там буквально вот 5 девочек, 5 мальчиков. То есть приготовили им просто небольшие такие школьные наборы. «Титан» – это не просто торговая компания. За 15 лет работы она стала добрым другом тоболяков. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».